В Ульяновске проведут оценку недостроев. Проблемные дома и их документацию в Ульяновской области региональный фонд защиты прав граждан участников долевого строительства осмотрит вместе с федеральными коллегами. По итогам будет вынесен вердикт – достраивать объекты или выплачивать компенсации. На данный момент специалисты Минстроя и фонда возобновили объезды ульяновских стройплощадок. Из-за коронавирусной инфекции, которая у нас, в связи с которой был введен карантин, мы не прекратили объезжать площадки, 2 месяца не были на стройплощадках практически. Вот сегодня мы опять начали такие объезды. Так как не все ограничения сняты, встречи проводятся с небольшим количеством людей. Одним из первых объектов стал дом со строительным номером 2С в Заволжском микрорайоне Центральный. 18-этажный дом должен был быть сдан еще в сентябре прошлого года. Сроки несколько раз сдвигались, дольщики забили тревогу. На данный момент дом передан от застройщика «Запад» к другому, компании «ЮЗ-2». Сегодня мы видим, работы восстановлены, идут полным ходом. Застройщик, который ведет эту площадку, заверяет о том, что уже к концу июля, скорее всего, начнутся, восстановятся продажи в этом доме. И я надеюсь, что в следующем году, как по графику предполагается, он будет введен в эксплуатацию. В апреле этого года было заключено соглашение с финансированием с Федеральным фондом защиты прав дольщиков, в рамках которого предусмотрено выделение 1,5 миллиарда рублей федеральных средств и 325 миллионов рублей из регионального бюджета на исполнение обязательств перед участниками 7 объектов долевого строительства. Анна Тищенко, Руслан Баталов, новости Улправды ТВ.